такие листы для служебных записок 13-летний Валера Денисов сначала аккуратно обрезал. Затем сшил, добавив обложку из картона. Вышел отличный дневник. Первая запись в нем – ноябрь 42-го, когда его родная Слобода, как и вся Курская губерния, вот уже почти 5 месяцев стояла в оккупации. Этому дневнику 77 лет. Он честный и страшный свидетель той Великой войны. Его автора уже давно нет с нами, но он разрешил нам его прочесть. Он сам принес этот дневник в Старооскольский краеведческий музей. Отдал без сожаления. Сказал, что больше не может его читать. Нет сил это вспоминать. Это история войны, написанная детским почерком.